Меня зовут Вершинин Михаил, я патрульный полицейский. Господин президент, ваша страна сделала слишком много для того, чтобы в Украине была настоящая полиция, чтобы мы могли ей гордиться. Господин президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО, не маленькие ракеты, которые не работают на самолеты агрессора. Нам нужны нормальные системы ПВО. Мы не знаем точно, останемся ли мы живы, когда вы будете смотреть это обращение. Вы знаете, что такая судьба может быть у каждого города Украины. У каждого. Под завалами гибнут дети, старики. Они не могут потом выехать. Они сидят 23 дня без воды и света. Если вы обещаете помощь, пожалуйста, выполните свое обещание. Господа, решающие судьбу мира. Сейчас Украина – это та страна, которая показывает всем силу и мощь маленького государства, которое борется с таким монстром, как Россия. Не позволяйте им уничтожать нас. Все в ваших силах. Дайте нам системы ПВО.